Всех приветствую. Позавчера был на рыбалке. И вот что самое ценное, что я вынес с нее. Вот о чем рассказывал, но решил снять отдельным роликом. Это вот экстракт. Дело в том, что было у меня штуки три всяких разных экстракторов, там и размеров разных и прочего. Последний был вот такой вот. И как бы я не пробовал им пользоваться, у меня ничего не получалось. Ну, для тех, кто совсем еще не знает, для чего эта штука нужна, да? Это для того, чтобы быстро и не травмируя рыбу, вытащить крючок, упасть изо рта, когда она заглотила далеко. Ну, видел, что и спортсмены, и именитые, и прочие, порой у них это дело выходит очень трудно. Но я вижу, да, что выбивает просто этот крючок. Я думаю, что особенно мелкая рыба после этого не выживет. Даже вот крупная плотва стоит там чуть-чуть буквально, там ей что-то внутри зацепить, и у нее начинает кровь идти. Поэтому тут как бы, ну, помимо бережного отношения к рыбе, да, даже если вы ее забираете, чтобы она в садке у вас, как говоря, нормально дожила до конца рыбалки, особенно если, например, там на несколько дней ей. Ну и самое главное, это скорость, да, то есть чем щипцами там лазить, искать этот крючок, что времени занимает долго. А тут вот после нескольких рыб вот на рыбах я убедился, что вот эта вот вещь классная. Вот сейчас на белом фоне покажу, какой формы он есть, экстрактор. И сейчас буду больше на пальцах рассказывать и показывать, как, чего, для чего и как именно вот таким экстрактором пользоваться. Потом покажу несколько рыб, которые на рыбалке удалось снять. Тут, к сожалению, будет видно, я думаю, хреновато. Вот леска. Вот наш поводок, да? Поводок должен быть натянут. Берем вот эту вот выемку и делаем. Вот такое движение. Буквально. Оп. Для чего? Чтобы в тот момент, когда вы будете экстрактором пытаться достать крючок, собственно говоря, у вас с лески не выскакивал. То есть в чем принцип? Да, вот эта вот часть, упирается в крючок. И, собственно говоря, из-за того, что все это дело пружинит, крючок выскакивает. Так вот, чтобы не выскакивало. И вот сейчас покажу. Оп. Вот в эту выемку. Вот в эту выемку, собственно говоря, вот крючок и попадает. И еще один момент. Да. Если не придерживать леску руками, то выскакивает этот крючок со свистом. Поэтому. Ну, мой, как бы, да, совет, если особенно трава. Ну, ребята, у меня не пасть рыбы, у меня руки, да. Вот. Ну, вот как бы вот придерживать, да, чтобы после того, как вы крючок извлекли, чтобы он у вас не выскочил. В принципе, есть шанс, да, что и просто, если вставить, то не выскочит, будет по леске идти. Но, на мой взгляд, для того, чтобы уж точно не выскочил. Вот, все, ходят и никуда. Ну вот, не знаю, удалось ли мне популярно объяснить, как вот пользоваться вот данным экстрактором, чтобы не было проблем. Вот, доказательства, да, может быть, кто не видел. Вот несколько рыб, которые у меня на рыбалке, после того, как я поводок удлинил, было с короткими, был вынос мозга. Чтобы, опять же, да, не перевязывать эти лишний раз поводки, потому что я выкинул несколько крючков, потому что вот начинал с 1,20 м, закончил 30 м, и все равно рыба заглатывала. Ну, скажем так, если там эти несколько крючков не так много денег, да, то времени ушло на перевязывание, на прочее, гораздо больше. Зачем тратить время на это, когда можно, грубо говоря, больше поклевок увидеть, больше забросов сделать и так далее. Ну вот, повторюсь, да, надеюсь, что хоть как-то получилось мне объяснить, потому что
Несколько лет назад, не помню, говорил или нет, я пробовал найти информацию, как пусть их так. Я информации не нашел. Теперь пусть хоть в таком виде, да, в каком-то, но вот информация будет. Ну вот, как-то так. Надеюсь, в очередной раз, что кому-то было интересно. А мне на сегодня все. Всем пока.